Моя бабушка жила в Белоруссии, когда началась война. Ей тогда было всего 9 лет, но она все хорошо помнит. Уже меньше, чем через месяц, они попали под оккупацию. Это было так неожиданно. Еще месяц назад над сельским советом висел красный флаг, а теперь на его месте висит немецкий. Он тоже был красного цвета, только на нем были большие черные полосы и черная свастика в кругу. Боев в их местности почти не было. Она видела проходящие наши части, которые шли на запад, а потом вдали слышались разрывы, канонада, и вот уже в деревне появились немецкие мотоциклисты, а потом по центральной улице уже на восток двигались немецкие колонны. Теперь в деревне установилась новая власть. В окружении осталось много наших солдат, и теперь нередко по ночам они заходили в деревню и просили продукты. Нередко хозяева замечали, что на их огородах кто-то копает ночью картошку, пропадали овощи и фрукты. Конечно, люди догадывались, чьих это рук дело, и особо никто не возмущался. Немцы объявили, что за укрывательство и помощь нашим красноармейцам наказание одно – расстрел. Конечно, красноармейцы были разными. Однажды в деревню, прямо среди белого дня, зашли 7 или 8 красноармейцев. По их внешнему виду было заметно, что они долго скрывались в лесах, хотя раненых среди них не было, и нельзя было сказать, что они сильно голодали, все они были без оружия. Кто-то из местных крикнул им: «Хлопцы, немцы в деревне!» Они ничего не ответили и пошли по главной улице в сторону немецкой управы. Все они подняли руки, и у каждого в руке была зажата немецкая листовка, которая, как было написано на ней, является их пропуском в плен. Таких листовок немцы множество разбрасывали с самолетов. Эти красноармейцы просто решили сдаться в плен. Но не все были такие. Как-то раз, недалеко от деревни, послышалась стрельба. Это немцы устраивали облавы на красноармейцев, выходивших из окружения. Вот и в этот раз они наткнулись на группу наших красноармейцев из 5 человек. Немцы рассчитывали, что при первых выстрелах наши солдаты побросают оружие, как это было нередко. К ним устремились 2 мотоциклиста с коляской, на которых были установлены пулеметы. И тут неожиданно по мотоциклистам ударила пулеметная очередь. Один мотоцикл перевернулся, а второй, резко развернувшись, попытался удрать, но далеко ему удрать не удалось. Наши красноармейцы стали отступать в сторону леса, но они не знали, что там болото, и оказались в ловушке. Уходить им было некуда, но сдаваться они не собирались и оказывали ожесточенное сопротивление. Однако силы были слишком неравными, а когда на помощь к ним подошел бронетранспортер, шансов у наших солдат вообще не осталось. Отстреливались, им удалось убить 5 или 6 немцев, а еще больше ранить. Немцам удалось захватить живыми 2 наших красноармейцев. Фашисты были очень злые, ведь они понесли большие потери. Немецкие солдаты притащили пленных к управе, к ним вышел немецкий офицер, о чем-то поговорил с солдатами, что-то спросил у пленных, а потом приказал их расстрелять. Когда приговоренных поставили к стенке сарая, один красноармеец, совсем еще мальчишка, понимая, что их ожидает, стоял и плакал. Он плакал беззвучно, только по его лицу бежали слезы. Немецкий офицер, видя это, подошел к этому солдатику. Немец довольно сносно мог говорить по-русски. «Хочешь жить, не хочешь умирать? Я буду тебе дать такой шанс. Убей своего товарища, а я даю слово офицера, что тебя отпущу». Но этот мальчишка отшатнулся от немца и лишь крепче прижался к своему товарищу. «А ты хочешь сохранить свою жизнь?» Теперь немец обращался к другому бойцу, но тот лишь плюнул ему в лицо. Обозленный офицер ударил красноармейца рукояткой пистолета по голове, и когда он упал, начал со стервенением его пинать, а потом застрелил. Мальчишка-красноармеец бросился к своему товарищу, встал перед ним на колени. Немецкий офицер подошел к нему. «Ты упустил свой шанс, а ведь ты так молод и еще мог бы долго жить». Его тоже расстреляли, а местных жителей заставили похоронить расстрелянных и тех 3 солдат, которые погибли у болота. Бабушка рассказывала, что на лице убитого мальчишки, красноармейца, была улыбка. Деревенские жители, перед тем как похоронить, проверили их карманы в надежде найти какие-нибудь документы, но у расстрелянных ничего не оказалось. Только у этого мальчишки в маленьком кармашке на поясе брюк нашли алюминиевый крестик. Так и остались погибшие герои неизвестными.
Да, все солдаты воевали по-разному. Одни сдавались в плен, пытаясь спасти свою жизнь, а другие даже в безнадежной ситуации оказывали сопротивление врагу. Именно благодаря таким наша страна и одержала победу. Вот такая вот история, дорогие друзья. Жду ваших комментариев. А с вами был, как всегда, Дмитрий и канал «Чтобы помнили». Всем пока.